Всем доброе утро. Затопил печку. Сейчас надо будет дров еще напилить. Утренняя физподготовка. Физкультура. Вместо зарядки. Напилить, наколоть. И потом пойдем до садов. Надо сегодня натаскать кирпичей. 2-3 ходки сделаю. Думаю, хватит. Охота сегодня закончить. Рыбки покоптить. Мышей так-то не слышно. Но сегодня обнаружил мышиный помет. Да. Ну, ничего не поделаешь с этим. Маленько ппшечку покушали. А я не ожидал, что этот шкафчик спасет от мышей. Надо железный какой-то. От них только в железном спрятать можно что-то. Это так, чтоб как просто полочка складывать туда. Барахлишко, продукты. А ну вот сейчас продукты куда-то надо подвешивать. На гвоздик, да и все. Туда не, такое несъедобное буду ложить. Может, какой-нибудь железный ящик потом найду. От мышей туда буду класть, ложить. Вот это притащил за две ходки. Две ходки заняло 4 часа. Да.
Долговато. Сейчас сложу, посмотрю, насколько поднялось. Может, вверху снизу сделаю кирпичную, а где будет коптиться, там деревянно можно сделать, если, думаю, сильно это жара не будет. Сейчас сложу, посмотрю, на какую высоту получилось. Решил я пока без кладочной смеси, просто обложу, землей засыплю с боков. А уже по весне можно будет обмазать ее. Или вообще переделать. Посмотрим, как будет работать. Пока так сложу, землей засыплю, щели перекроются все. Должно сработать. Сейчас пойду, там чурка есть толстая. Из этой чурки сделаю еще продолжение. Внутри выберу. Посмотрим. Будет не отдымить в ту сторону. Здесь дровосек пилил, оставил чурочки. В идеале бы, конечно, вот из этой бы сделать. Диаметр сантиметров 40, наверное. 35 точно есть. Ну, не знаю, ножовкой мы даже не взять, наверное. А так-то хорошо, она и сухая, выбрать легче было бы изнутри. Ну, сейчас попробую ее отпилить. Не получится. Тогда уже вон тот поменьше. Он отпилен, и просто ветку отпилить, и все, готово. Решил другую отпилить. Там сучок большой, потом трудно будет расколоть ее. Это вроде без сучков. Полегче будет внутрянку выбрать.
Продолбил вот такой сучок. Ни одной заусенцы нет. Нигде ничего не замялось. Хоть и закалка не совсем по правилам прошла. Но на удивление все работает. Все получилось. Потом, может, проволоку еще принесу, обвязку сделаю проволокой. Если плохо будет держаться. Ну, вроде нормально держится. Крепко. Болтается, ну ладно. Еще посерединке пропущу шурупом. Нормально. Рыба влезет. Много, конечно, не влезет. Штучки 3 влезет. Вот таких средненьких. Или пару щучек. Главное, чтобы коптило. Чего уж. А то опять не будет коптить. Всем приятного аппетита! В светофоре покупаю вот такие иногда курицы с овощами, типа армейские, армия России, кто-то косит под сухпайки, как и сухпайков это такое. Но вкусная штука и недорогая. Мясо есть. Мясо, овощи тут. Рис там еще продается с говядиной, что ли. Тоже нормально. Так что берите. Советую.
Сделаю тапку пониже немного. То мне труба кажется низковата. Прямо в самое дно упирается. Сделаю, чтобы она повыше была. Ну, принцип камина где-то получился. Так, а у камина сразу на вылет почти что идет тяга. Ну, здесь немного подлиннее, туда в бок уходит, в глубину. Должно, в принципе-то, тянуть. Здесь потом сделаю поаккуратнее весной уже. Ну, сейчас попробую, если не будет. Оставляю, короче, до весны-то возюкаться тут, долбить. Без кирпичей, без всего. Весной уже тогда принесу нормальных кирпичей. Выложу накладочную смесь. Все аккуратненько. Дверцу все это сделать тоже надо. Ладно, сейчас затоплю, посмотрю. Момент истины. Угу. Огонек туда тянет. Аллилуйя! Наконец-то. Наконец дым пошел туда. Наконец. Я так рад, что с третьего раза получилось хоть. А то я уже хотел бросить это все дело. Ну сейчас тяга бешеная вообще. Аж гудит. Вон что-то пламя туда всасывает. Все, рыба копченая нам обеспечена. Надо сейчас здесь еще потом крышечку сделать. Там потом тоже крышку сделаю. Здесь закрывать. Немного прикрывать буду. Вон, тяга такая, что аж дыма нет особо.
раскочегарилась. Вот такая коптилка получилась, ребятушки. Крышку сделаю, от того же бревна отпилю кусочек, будем закрывать ей.